Да. Сегодня с Божьей помощью мы съездили батальон «Русь», батальон Александра Невского, вот, осветили наших бойцов, отслужили молебен. Перед Донецкой иконой Божьей Матери. Вот, они приложились, миром помазали. Несколько бойцов причастилось, вот, с нашими отцами, с отцом Александром, отцом Алексеем. Вот, батюшки приехали из Москвы, вот, окормлять наших бойцов, вот, на определенное время командировки от синодального отдела. Вот, и слава Богу, бойцы воспряли духом сегодня, увидев, как во время молебна мира просто потекло. Мы его просто вот так икону протирали и вот так просто лица мазали себе. Вот такую мы сегодня благодать получили. Я вот сейчас держу икону и тоже чувствую мира. Да, 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 да. Спасибо Господи. Царица моя, предлагаю, Надежда моя, Богородица. Святая Богородица, спасибо. Спасибо Господи. Богородица, да, помогает сильно. Моя заступница усердная наша. И Святая Богородица, она Святую Русь любит. И поэтому в Святой Руси быть и правде Божией, и нашим воинам, вот, дай Бог сил, терпения, вот, чтобы выдержать все те испытания, которые Господь сегодня послал на нашу землю. Слава Богу за все, Господь с нами, и победа, значит, будет с нами и за нами. Спасибо, Господи, всем.